Самый главный праздник нашей страны – День Победы. Главный, потому что объединяет людей разных поколений и взглядов, разной веры и культуры. Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения на далекие фронтовые годы, возвращая к истокам мужества советских солдат. В преддверии празднования главного праздника страны Дня Победы в зале Русского дома открылась тематическая художественная выставка «Минувших лет. Живая память». Здесь, в стенах Российского центра, регулярно каждый год мы встречаемся с творческими людьми города Бреста. Это творческое объединение художников, ремесленников, которые представляют свои работы, подготовленные в течение года, посвященные победе, нашей общей победе, победе наших народов России, Беларуси, всего Советского Союза. И мы рады этому сотрудничеству. Сегодня вы увидите замечательные, уникальные работы, одна из которых свежая, вот еще даже пахнет краской, как раз-таки посвященная тоже Брестской крепости. На экспозиции представлено 33 произведения членов Белорусской ассоциации творческих людей, Белорусского общественного объединения демографической безопасности, а также членов городского клуба «Наследие», отдел культуры горисполкома. В городе Бресте есть достаточно хороших мастеров творческих, которые, с которыми можно делать такие интересные, значимые выставки. Картины на выставке дали возможность прочувствовать величие духа людей военного поколения и гордость за их славные подвиги во имя Отечества. Рассказали зрителям о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и свято, а также помогли подробнее узнать о Великой Отечественной войне. Проведение всех мероприятий, которые в той или иной степени затрагивают героические эпизоды Великой Отечественной войны, подвига советских солдат и офицеров и всего народа, конечно, важны сегодня, важны для нас, кто помнит, любит этот праздник, и для молодых ребят, которые имеют возможность познакомиться в произведениях художественных с героическими страницами нашей истории. Безусловно, эта выставка достойна внимания. На ней представлены без преувеличения лучшие работы разных поколений брестских художников на военную тему. И такая тематическая выставка важна для понимания того, что было в то страшное время и благодаря кому мы живы. В год 77-летия Великой Победы хочется, чтобы будущее поколение не только приблизилось к искусству через понимание истории своей страны, выразив почтение мужеству народа.